Привет, друзья! Сегодня день военно-морского флота. Сейчас мы собираемся поехать к родителям моим, отметить это все дело, потому что мой отец служил на Северном морском, так сказать, флоте в Мурманске. Поэтому мы поедем сейчас отмечать. Я вот приехал с работы, жду сейчас девчонок своих, и поедем. Так что как-то вот так вот. Так что небольшую зарисовочку сделаю, как, что и почем. Ну что, шашлык готов? Да. О-о-о. Только остыл он, давай садитесь. Ой, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, мой хор... Камера. Вас засниму. Здравствуйте. Ты ее не зарядил? Почему зарядил? А что там хорошо? Ну, запись идет. Вань, давайте сядь. Здравствуйте. Хорошо. Ваня, а что-то я здесь не знаю, где терминал, какой терминал? Покажи мне, пожалуйста, где написано. Где? Шереметьево. Где тут? Эконом Е, Шереметьево, терминал Б. Б. Не Д, а Б. Б. Они же теперь... Ну, не трожь мои... Ау! О! Явление Христа народу. Вон там зашло. Я тоже хочу. Вон она. Вон выходит. А, Лёва! Вон, свёл машину. Помыли. Помыла жена любимая. Да? А тут брак. Где брак? Вот это. Да. Виноват, что вы паркуетесь-то. Не березы. Каким лесам вы с кем лазили? Ну, об этом. Здесь куда ни плюнь, здесь везде лес. Лёва! Ты рад, что мы приехали? Но мы уезжаем. С мамой уезжаем, а Лена с тобой остается до конца августа. Что сказал? Вообще мы планировали ее с тобой оставить. Дайте нам отдохнуть. Мы выспимся хоть. Ну да. Я выспаться хочу, Лёва. Когда вот недавно на моем... Но я сидела. Потом я покатаюсь. Так, у тебя шестая... Фиг, муж ваш! Я его разберу сейчас. Вот, на первую переключу. Мама, первая, это очень тяжело. Первая очень тяжело. Мама, лучше на третьей. Поехали. Ходи. Давай. Давай посмотрим. А что мне не стоит? Чай, поднять? Ну. Да.
Опа! Да. Главное на машине не забудь, где тормоза, остальная фигня. Ну вон, да, можно. Лен, давай сняться. Я тебе машину, а ты мне велосипед на танке? О, давайте. Я как-то разумею. Тормоза, вот эти передние не работают. Тормоза? А почему передние не работают? А я откуда знаю, сейчас посмотрим. Правый, да, у меня правый что-то так барахлят, когда разгоняешь. А дай-ка покажу. Вот, он проскакивает. Кто? Вот, убери руки. Вот, я зажала. Ну, Лёвка, тащи эти. Это передние. Вот эти не дают уже. Помню. Мама, дай покажу. Тащи инструменты. Эти шестигранники. Вытащите меня отсюда. Ну, это-то нормально. Это задние, завод, они а не завод. А эти надо сейчас подтянуть просто их. И все. Что мы нами пролетали? Ну, я вижу. Что подтянем. Потому что я начала тормозить там-то. И ни о чем. Но мне низко. О. У меня коленки по животу ползут. Ну, поднимать. Хочешь, мы поднимем? Вот эту штуку. Если я с этой... Не надо, не поднимай легкий-то. Зачем легкий так? Да. А! Разбирайся. Берешь, разбираешь, подтягиваешь. Сейчас он, на, снимаешь. Будешь. А, снимай, пап. У тебя салфетки есть влажные? Нет, у меня закончились. Лена красится. Красить, красить. Да. А он купил замен, за, у него было 35 тысяч, купил AirPods, который стоит 21. Да. Не AirPods. 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 Я это. Купил вообще-то другие. То... Так, мальчик, как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, нажми вот так вот, держи, пожалуйста. Ага. Вот так, вот держи, ага. Держи, не укусит. Держишь? Да. Молодец. Ой, я какая-то пола. Все, опускай. Нет. Ну, попробуй. Попробуй. Пап, я еще покажу, чем
Что же мы будем? Попробуй вперед. Шикарно. Че там такое это намазали? Чем? Губнушкой? А? А что он делает-то? Ну, тормози я! Ну, чё? Передними, не задними. Нет, передними. И что? Что? Ну, правильно, долго тормозить, конечно. А так. Солнце мое. Раньше ты так не гонял, наверное. Даже на машине, когда... Чё я тебе сейчас... Скорость, тем дольше... У тебя вон подтянутый он. Куда тебе еще? Ну, давай я вот здесь сейчас подтяну. Подожди, стой! Стой! Ну, съезжай, здорово. Жопу снять. Хватит тебе, ты будешь снимать меня. Так жопу надо снять. Зажми. Зажми. Машина. Нет. Еще пока нет. Он потом их откроет хоть? Откроет. Что, пап? Все. А ну попробуем. Все, прыги. Мама тут. Что, тормоза пропали? Ну? Тормози. Хуже стал. Да, я посмотрю. Отпусти. Ну все, нормально, они показывают. Он просто здесь. Держи. Лев, ну-ка, куда? Ну, все нормально. Идеально тормоза. А перья тоже идеально? Ну вот, все. Чего? Уезжай. Ты телефон бы убрал в сумку на поиске? А то вылетит. А это что у тебя? А, пистолет, господи. Будем учиться.